1 июля 2022 года в деревне Калиновка Давлекановского района Республики Башкортостан открылась ежегодная 11-я международная аэрокосмическая школа имени космонавта-испытателя СССР Урала Назибовича Султанова. Участники открытия высадили саженцы дуба, привезенных из Русского музея в честь 350-летия императора Петра Великого. И это не случайно, так как некоторые обучающиеся аэрокосмической школы поступают в Академию ракетно-космических войск имени Петра Великого. Звучат ты старые имя рассвета, нет мне дороги в мой брошенный край. Если увидеть пытаешься издали, не разглядишь меня. Не разглядишь меня, друг мой, прощай. Я уплываю, и время несет меня с края на край. С берега к берегу сон мили, кот мили, друг мой, прощай. Знаю, когда-нибудь с дальнего берега сдам.